Чемпионат Вологодской области по конному спорту состоялся в минувшие выходные. Мастерство верховой езды демонстрировали порядка 30 участников из Вологды, Череповца и Ярославля. За выступлениями наездников наблюдала Иоанна Богачева. Рысь, шаг, галоп, выездка – один из самых элегантных видов конного спорта. И только на первый взгляд кажется простым. Чтобы слаженно отработать и лошади, и наезднику приходится немало готовиться. Особенно приезжим участникам. Важно, чтобы и переезд прошел спокойно, и незнакомая конюшня оказалась для животного комфортной. Вот этот конь, лекат, на новом месте уже освоился. Конечно, да, если лошадь занервничает, то не удастся выступить так, как хотелось бы. Вот, ну, здесь как бы все хорошо. Конюшня отапливаемая, есть автопоилки, но вот у меня лошадь, к сожалению, не умеет пить, поэтому вот мальчики наливают ей в такую кормушку. На базе конного клуба «Антарес» в рамках открытого чемпионата области выступили как любители, так и профессиональные спортсмены. Однако требования ко всем участникам одинаковы. Оценивается в лошади как бы первоначально, да? Обязательно аллюры, их равномерность, эластичность, активность и импульс. Повиновение и посадка всадника. Это во всех ездах оценивается одинаково. Осипова Анастасия на Вендетте. Анастасия Осипова занимается конным спортом уже 6 лет и является кандидатом в мастера спорта. Практически каждое утро вологжанка проводит на манеже, и только потом все остальные дела. Конный спорт требует немало мужества и терпения. Во-первых, не так просто подружиться с лошадью, найти с ней общий язык. Кроме того, это серьезные физические нагрузки. К вечеру, бывает, и спины не разогнешь. Вот смотришь езду, ведь не видно, что делает всадник. Вот незаметно этого. А лошадь под ним двигается по разным траекториям. То есть это очень тонкое искусство. Овладеть им Настя помогает многим начинающим спортсменам. Под ее руководством тренируется и Елена Шулепова. Азы освоила практически за полгода. И этот чемпионат стал для нее дебютным. Но я очень быстро втянулась, и мне это с каждым днем нравится все больше и больше. Эти соревнования мои первые. Начала я заниматься только с осени, то есть полгода назад. А оценить мне их объективно трудно. Надо работать, работать, еще раз работать. Впереди большие старты. Около 30 участников чемпионата соревновались в течение 2 дней в выездке и 2 видах конкура. Соревнования проводятся уже не первый год, и интерес к конному спорту только растет. Сейчас понемножку возрождается. Приобретают хороших лошадей. То есть сейчас больше, может быть, идет развитие частного сектора. То есть частные владельцы приобретают лошадей более высокого уровня. Готовятся индивидуально с тренерами. Победители и призеры в своих категориях получили медали и грамоты. А лошади – победные розетки. И, конечно, похвалу и ласку за отличную работу от своих всадников. Анна Богачева, Михаил Протасов, Вологда Портал.